Отметила день рождения и умерла печальная история ведущей солистки. В Волгограде скоропостижно скончалась солистка театра «Царицынская опера» Ольга Сабирова. Накануне женщина отметила свой день рождения. В Волгограде скоропостижно скончалась ведущая солистка театра «Царицынская опера» Ольга Сабирова. В четверг, 12 августа, она отметила свой день рождения. Еще вчера мы поздравляли одну из самых преданных солисток театра с днем рождения, а сегодня ее близкие сообщили трагическое известие – говорится в некрологе на сайте театра. Невозможно передать словами горечь утраты не только культуры Волгоградской области и, в частности, театра. Царицынская опера, но и лично каждого, кто имел честь работать, дружить и просто общаться с Ольгой. Коллеги и зрители вспоминают ее как жизнерадостного, оптимистичного и открытого человека, настоящего мастера своего дела, преданного своей профессии. Каждая роль Ольги Сабировой была отмечена ярким талантом, и отточенным мастерством. Ольга Викторовна была невероятным артистом и прекрасным педагогом, она отдавала все свои силы спектаклям, исполняла роли так, как никто другой их не мог бы исполнить. Столько темперамента, вспыхивающих эмоций на сцене. Она была просто невероятна, вспоминает ученик Даниил Соколов. А какая теплая, светлая, душевная атмосфера была на занятиях по вокалу, сколько позитива, улыбок и юмора. Ольга Сабирова родилась в 1973 году, окончила Астраханскую консерваторию, обладательница уникального меца сопрано преподаватель Волгоградской консерватории имени Серебрякова, лауреат Государственной премии Волгоградской области и международных конкурсов. Она всегда принимала участие в самых ярких и запоминающихся творческих проектах региона и далеко за его пределами. Впервые в России она исполнила партию контральта в оратории Карла Дженкинса, концерте с лондонским валийским хором. С 2005 года Ольга Сабирова была солисткой Волгоградского государственного театра «Царицынская опера». Свой талант Ольга считала божьим даром, который нужно отрабатывать. «Поэтому я работаю на износ, живу, как в последний день, пою, как в последний раз», — говорила певица.